На видео, которое вы увидите далее, депутат городского совета города Ачинска, правда, уже бывший, 20 мая 2020 года крушил мебель, чужое имущество, пинал, ломал, выкидывал из транспортного средства. Ну, наломал он там дров примерно на 1 400 000 рублей. Его предупреждали, что не нужно этого делать, потому что будет подано исковое заявление о причинении ущерба. И сейчас этот иск рассматривается в Ачинском городском суде. Сегодня было судебное заседание, ответчики умышленно затягивают судебный процесс, но я вступила в это дело, я попросила суд не затягивать, потому что уже длительный срок идет суд, и, соответственно, суд, вот представляете, с сегодняшнего дня перенес на пятницу, на этой неделе, 2 апреля. Если у нас опять ответчик не представит никаких доказательств там или еще что-то не придумает, дело будет рассмотрено судом. А суть дела такова, что бывшему депутату, насколько я поняла из материалов дела, принадлежали торговые площади, которые он от своей фирмы сдавал в аренду. Фирма, естественно, там была оформлена на другое лицо. И когда возникли конфликты, а если это 20 мая 2020 года, то там был период пандемии. Возможно, арендатор испытывал какие-то финансовые трудности и так далее, решил расторгнуть договор. И, как говорил, значит, наш ответчик, вот этот бывший депутат, он сказал, что они задолжали ему аренду, и он может делать все, что угодно. И, ломая мебель, он закрыл жалюзи, не выпускал никакое имущество из торговых площадей, то есть фактически занимался самоуправством. Плюс он еще нанес телесные повреждения арендаторам, что было зафиксировано сотрудниками полиции. Ну, очень интересное дело, люблю такие дела, короче, экшен. Обязательно сообщу результаты рассмотрения дела.